наступающим 2021 годом. Пусть этот год будет годом ваших свершений, новых книг, новых методик, которые мы с нетерпением ждем. Будьте здоровы, счастливы, благополучны. Пусть все ваши заветные мечты сбываются с легкостью. Ну а мы, ваши ученики, окажем вам всегда поддержку и являемся верной опорой. Дорогие Айрон и Джули, поздравляю вас с новым наступающим годом. И хочу пожелать, чтобы он был для вас таким же волшебным, как морозные узоры на окне, и таким же ярким, как мерцание гирлянды на новогодней елочке. Пусть Новый год захватит для вас с собой подарки в виде благополучия, удачи и успехов во всех начинаниях и замыслах. Пусть он принесет вам самое доброе, светлое и лучшее, а любовь и счастье не устанут постоянно сопровождать вас. Уважаемые Айрон и Джули, я поздравляю вас с наступающим Новым годом. Пускай в новом году исполнится ваше мечтание. Пусть этот год принесет массу радостных событий. Залы всегда будут полными, а студенты благодарны. Мудрая Айрон, талантливая Джули, пусть в новом 2021 году все исполнится. Желаю, чтобы вы и ваши близкие были здоровы и счастливы, чтобы удача сопровождала в делах, чтобы любовь окружала и наполняла вас и ваш дом. Любимые Айрон и Джули, я желаю вам опубликовать новые книги, создать новые методики и направления в нумерологии, сделать фантастические открытия. Пусть ваши таланты засверкают новыми гранями и проложат блистательную дорогу к вершинам славы. Пусть творческое вдохновение, изумительная креативность воодушевляют всех почитателей ваших талантов. Пусть созданная вами Международная академия нумерологии Альвасар будет номер один в мире. Дорогие наши Айрон и Джули, пусть в новом году сбудутся все ваши самые сокровенные мечты и свершатся невероятные чудеса. Пусть ваши знания, мудрость, профессиональный опыт помогут вам в любой сложной ситуации. А удача, вдохновение, счастье и процветание будут вашими спутниками в жизни всегда. Дорогие Айрон и Джули, желаю в предстоящем году новых горизонтов счастья и просторов вдохновения. Любви вам, крепкого здоровья, удачи и творчества. Дорогие Айрон и Джули, поздравляю вас с наступающим Новым годом. Пусть Новый год будет полон ярких впечатлений, новых историй и полон вдохновения. Поздравляю вас с наступающим 2021 годом. Годом вашего триумфа, годом рождения ваших новых книг, годом реализации массы творческих проектов и идей, годом хорошего настроения, годом здоровья, счастья, победы, любви, годом изобилия и процветания. От всей души поздравляю вас с наступающим 2021 годом. Вы учителя, вы гений, вы таланты. Пусть в новом году вас сопровождает удача и успех, творчество вам, вдохновение, идейность и реализованность. Вы неиссякаемый источник знаний и энергии. Дорогие Айрон и Джули, от всего сердца поздравляю вас с наступающим Новым годом. Желаю вам крепкого здоровья, прекрасных, счастливых, радостных моментов. И чтобы ваша необыкновенная творческая энергия и харизма по-прежнему радовали сотни тысяч людей по всему миру. Прекрасного Нового года! Дорогие Айрон и Джули, поздравляю вас с наступающим Новым годом и желаю вам, чтобы в этом году реализовались самые смелые, самые масштабные ваши намерения. Множество поводов для радости, приятных сюрпризов в этом году и неиссякаемого источника вдохновения. И пусть в этом году рядом с вами будут только искренние, любящие, благодарные ваши люди. Мои любимые Айрон и Джули, поздравляю вас с Новым годом. Желаю, чтобы в этом году у вас как можно было больше отдыха, приключений и путешествий. Очень хочу, чтобы в этом году у вас родилось еще больше уникальных методик, фантастических проектов.
хочу, чтобы в этом году вы увидели что-то уникальное и поделились обязательно с нами. Я желаю вам в этом году творческого отдыха, насыщенных приключений и грандиозных праздников. От всей души хочу пожелать вам и вашим близким прежде всего крепкого здоровья. Хочу пожелать любви и понимания. Любви и понимания ваших близких, любви и понимания ваших слушателей, любви и понимания ваших коллег. Айрон, Джули, с Новым годом! Я желаю вам, чтобы все благодарности, адресованные вам в 2020 году от студентов, клиентов, зрителей, в 2021 году материализовались и монетизировались. Я поздравляю вас с Новым годом и благодарю за возможность встречать 2021 год в команде Альваса. Здоровья, процветания и счастья вам и вашим близким. Дорогие наши, любимые Айрон и Джули, от всей души хочу поздравить вас с Новым годом. Хочу пожелать, чтобы все невзгоды и огорчения остались в прошлом году, чтобы Новый год был наполнен теплыми и уютными встречами, прекрасным настроением, замечательными, интересными событиями и новостями, чтобы вы были здоровы, счастливы, оставайтесь всегда такими же красивыми. Дорогие мои учителя, Айрон и Джули, я от всей души поздравляю вас с Новым годом и желаю в новом году, чтобы ваши проекты и ваши планы реализовались на 1000%, чтобы все высоты, которые кажутся нереальными, были достигнуты, чтобы вы вновь удивляли нас новыми знаниями, чтобы каждый, кто придет к вам на семинар, вебинар, был полностью благодарен вам, чтобы мы наконец-таки встретились с вами живую в новом году. Дорогие Айрон и Джули, хочу пожелать вам крепкого здоровья, семейного благополучия, финансового процветания, креатива в вашем творчестве. Желаю вам в этом году новых книг. Дорогие Айрон и Джули, от чистого сердца хотела бы вас поздравить с наступающим 2021 годом и пожелать вам всего самого хорошего, всего самого лучшего. Мы с нетерпением будем ждать новых студентов, новых курсов Альваса. Дорогие Айрон и Джули, сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом. Желаю вам, чтобы этот год оказался по-настоящему успешным для вас. Пусть легко и благоприятно реализуются все ваши мечты и пожелания. Желаю вам вдохновения, процветания, финансового успеха, любви, крепкого здоровья и всего самого наилучшего. Пусть те изменения и трансформации, которые произошли в этом году, послужат новым толчком для вашего успеха. Мои любимые и уважаемые Айрон и Джули, с наступающим вас Новым годом! Хочу отправить с поцелуем вам поток удачи. Пусть рядом с вами в творческом пути идут друзья, опора ваша, настоящая команда. И с вами вместе пусть душа растет у всех. Желаю счастья вам, здоровья, вдохновения. С Новым годом!